откуда? Из Ярославля. Ну, у вас... Ярославский. А какой это ваш... Это ваш что? Браслетик от Росатома. Это с МСТО проекта. Это для выступления. Для выступления? Да. Это произведет впечатление на жюри. Да. Жюри отдает... Чтобы во время выступления было. Чтобы не просто стоять и рассказывать, какую-то информацию давать, а взаимодействовать с аудиторией. Да. А вы когда-нибудь слышали о таких как Джуловке, там, или еще других продюсеров, которые сделали большие проекты там, в Google? Да, конечно. Вы им подражаете? Да, я очень обожаю Илона Маска, поскольку вот... Да, вы знаете, он продал PayPal, свою компанию, за миллиард долларов, по-моему. И купил две компании, то есть Tesla и SpaceX. И у него оставалось то ли 200, то ли 500 долларов, и все, на кармане. И он... На кармане? На кармане, да. То есть, в принципе, у него был бюджет сейчас, он продал, купил две компании, осталось 500 долларов. И он... Сказал, как его подчиненные говорили, то, что они уходили с завода в 7, приходили в 8, а Илон в своем кабинете с стеклянными стенами спал. То есть он и на предприятии своем полностью вливался. То есть каждый день до конца работал. Вы готовы стать трудоголиком? Да. Если мне это дело нравится, если я готов отдавать... кто определяет вес? Кто определяет вес? Мои интересы. Нет, смотрите, после Дэнерс Фрэнсэйшн, ну, это, конечно, игра слов, но когда отец Александра Македонского подошел в Спарте, придумал, разрушил, убил, ну, лучше сдавать отца, если я приду, точнее. А спартанцы ответили ему, ну, конечно, если. Если для вас, то есть что определяет? Это моя заинтересованность к профессии, к... Какой? Инженер. Проектировщик, в частности. Вы будете проектировщиком, да? Да. Что вы будете проектировать? Область, скажем так, мои способности довольно широкие, потому что я владею программой для краски проектирования. У меня опыт работы уже 2 года. Круто. Поэтому... А что вы уже спроектировали? Я проектировал этажи домов, этаж дома, чтобы вводить его в сметы. Угу. Потом, а кто вам предлагал эту работу? Кто предлагал вам проектировать этажи домов? Ну, частные лица. То есть вы уже зарабатываете этим какой-то хлеб, да? Да. То есть вы уже знаете, кем вы будете в этой жизни? Ну да, у меня уже... Сколько вам лет? А? Сколько вам лет? 17. 17, да? Ну, будет 18. Но вы уже все в своей жизни знаете? Нет. Я считаю то, что человек во время всей жизни развивается, узнает новую информацию. Потому что вот нельзя четко... Вот, закончили вуз, все, мы знаем багаж знаний, почему больше не знаем? Нет, это совершенно так. Даже, условно говоря, когда ты работаешь, что-то новое узнаешь. Поэтому ты постоянно развиваешься. Круто, да. Спасибо. Классно. А что у вас за проект? Расскажите. Мальчик. Здравствуйте, меня зовут Игорь. На проект у вас вот тут второй там сейчас. Расскажите, а? Так интересно. Вы кто? Кто? Наша... Вы? Я Рябов Михаил. Михаил, а вы откуда? Я из Ленинградской области, город Сосновый. Как? Город Сосновый, город Ленинградской области. Прекрасный город. Вы, у ваших родителей, наверное... атомщики, да? Нет. Никак не связано? Ну, к сожалению. Нет. А можно про проект? Про проект? Наш проект представляет из себя Kickstarter, если вы знаете, что это такое. Ну, Headhunter, может. Как? Headhunter. Это когда... Ну, фриланс-биржа, знаете? Знаем.
Вот. Фриланс-биржа. И получается, мы навешиваем на эти фриланс-биржи список рекомендаций, чтобы неопытные разработчики или наоборот наши заказчики могли выдвигаться наверх по рейтингу по собственным приоритетам. То есть у нас, например, есть, возьмем обычную фриланс-биржу. У нас всегда востребованы только суперопытные разработчики, потому что в них можно быть уверенным на 100%. Но они подводят, как правило. Да, да, они обычно подводят. А у нас дело в том, что мы сначала анализируем человека, собираем мы собираем психотип человека, дальше собираем для этого человека команду. Вот. И потом мы смотрим, к какому проекту эта команда подходит. И получается, далее у нас команда решает какой-то кейс нашего заказчика. Ну это как гороскоп получается. Ну, совместимость. Ну да, да. Но только это на реальных цифрах исследований, а не на там, астрологии. Да? Да. Астрология — это плохо? Ну, кто как верит. Понятно. Вот. А вы во что верите? Я верю в науку. Ага, вы молодец. А вы кем будете? Я хочу стать лидером команды разработчиков. IT? Как кто? Ну, как лидер. То есть я буду управлять. Прообраз. Ну, как бы директор. Ну, есть какой-нибудь, на кого бы вы хотели походить? На Илона Маска? Равняться? Да, конечно. Ну, это как в Советском Союзе. То есть люди хотели просто стать... А вы помните Советский Союз? А? Вы когда родились? Я в 2005. Нет, Советский Союз когда? В 91-м развалился. То есть вы не можете его помнить? Я его не знаю. Но я знаю то, что люди хотели стать хорошими специалистами в своей области. Да. Я не хочу быть суперизвестным, я хочу быть специалистом хорошим в своей области. Ага. Я понял. То есть вас не интересует большая слава, вас интересует надежный доход. Да. Вперед. И четвертая нас. Все. Торможение совершено. Мы в лучшем. Супер.